нажился на мне. 200 тысяч, ничего себе. Коррупционер. Все нормально в детективах? А что, просто по гражданке бегать? В ВВП может ходить с подавлением? А, ну я понял. А, ты чисто ходишь вот так вот, да? Опер, короче. А, я понял. А ты давно в детективах? В детективы давно? Нормально. А да, я тут заслужил просто, да? Greens travel the world and the seven seas. User joined your channel. User left your channel. No. Some of them want to give you back. Some of them want to.
И че, все побрал? Все забрал? User left your channel. User joined your channel. Слышь, время без забот. Буду вспоминать тебя через год. Из автомобилей радивцу напомнят нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы факели, горы факели, горы по колено, если держишь шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны факели, волны факели, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам.
условия есть и у вашей дружбы между полицией. Разрешите, я проверю ваш транспортный адрес. У меня тогда к вам. В случае обнаружения нелегальных предметов, есть согласованные предметы, которые вы можете хранить, перевозить. Например? Если таких не будет найдено, значит, все будет хорошо. Например, каких нелегальных? Давайте уже в процессе досмотра разберемся. Так оружие и броник легальный, по-моему, для нас. Нет? Я понял. Дюк. Да, я вас прекрасно понял, но легальный это стандартная... Легальное или нет, я спрашиваю. Что, оружие вам разрешено? Мне уже броник, говорили, да? Я в курсе, какие предметы у вас легальные. Откройте, пожалуйста, транспортное средство. Пожалуйста. Что, оружие, как бы снаряжение у них не трогало. Вот если кокаин найдешь, что, пожалуйста. Оформляй, ну, для этого и смотрю. Хочешь, я ганджубас скину? У меня один есть. Будешь? А, да, буду. Сколько стоит? Не, я не барыжи, я так могу подогнать. Так, с вашей техникой все в порядке, можете ее закрывать. Благодарю вас. Так, гражданин. Да. Вот мои документы, кадет Дюк. Можно ваши документы, пожалуйста, видеть. Пройдемте для досмотра вашего транспортного средства. Это СДАР? Кадетам СДАР дают только? Да, вот. Я ему предлагал выдать нормальное оружие, типа АК-12, он отказался. Как можно отказаться? Ну, Дюк. Все чисто. Сейчас не закрывайте ее. Как бы это подводное оружие. Поэтому не только подводное, такое универсальное. Все можете закрывать. Но вот черепах, если кто-то фарм, все время с таким гоняет, конечно. Дюк. Да. Вооружитесь, товарищ кадет, нормально. Вам же защищать часть. Нет, это оружие нормально. Я по большей части пришел на остров не стреляться. По крайней мере, в должности кадета. Ну так вы же все равно должны... Для того, чтобы охранять людей от вооруженных преступников или ОПГ, но все равно существует спецслужба. Это мое основное оружие, я желаю придерживаться усталости. Не, ваше дело. И что, усиление тоже входит в устав? Ну. Кстати, усиление, как бы, оно не противоречит. Только в случае, если оружие табельное будет повышено для... Только по случаю приказа и все. Ну, как бы, генерал уже, как бы, дал добро, ничего? Ну, добро, это ж не приказ. Если старший по званию прикажет мне перевооружиться в более достойное оружие, я соблюдаю устав и выполню этот приказ. На данный момент мне никакого дискомфорта не приносит СДАР. Сложный экземпляр. Все, парень. Все, я приду. Наверное, будущим прокурором хочет стать. Он? Да. Дюк, ты здесь? Ты кем стать хочешь? Без понятия. Еще захочет. Либо кадетку возглавит потом. Как-нибудь. Не понял. Это что такое? Возглавление. Это, знаешь, что в фильме «Мгла»? Угу, да-да. Сейчас я еще БМВ переверну и вообще весело будет. Культура.
Выйдите, пожалуйста, сразу. Мы задержаны. За невыполнение требований сотрудников полиции. И то. Кадет, разбирайтесь. А то сказали, на за что сделать. Жизнь, пройдемте в допрос. Правила Миранда, зачитайте. Правильно, неправильно, да. Жизнь, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на государственного адвоката, если такое имеется на острове. Если на острове не имеется государственного адвоката, вы можете пригласить. Мы можем предоставить вам своего адвоката. Что? Можно узнать, что здесь происходит? Ну, гражданин, как всегда, хулиганил. Машину пусть он закроет хотя бы, а то вдруг кто-нибудь... Да я конфискую, его можете не трогать. Женя, прекратите, пожалуйста, оскорбляйте оскорбление сотрудника при исполнении. Так, Женя, при задержании я забыл вам представиться. Конечно, это я вас задержал, но ладно. С вами разговаривает кадет Дюк. Для того, чтобы приступить к вашему... Кадет! Вопросу... Да. Кадет, можете сразу его в КПЗ на 30 садить. Нет, на 29. На 29. А у нас на 20 ему кидают все равно. На граждане старше. 20 тюрьма. Товарищи старше позвания. За многократное если нарушение вы, если законов вы уже... острова... Подождите, можно, пожалуйста, соблюдать тишину? Данное решение я приму только по приказу. Если вы хотите сами куда-либо его отправлять на 30 минут, оформляйте это дело сами. Хорошо, гражданин. Гражданин Сталин, держите мои документы. Вы почему не выполняете требования сотрудника полиции и выезжаете? Хорошо, гражданин, я отказываюсь с вами разговаривать, раз вы адекватно не умеете ничего говорить. А вы чего? Гражданин. Гражданин, сейчас я вам зачитаю, что вы нарушили. Секундочку, гражданин, можете успокоиться? За многократное нарушение я, прапорщик Сагори Такуда, приговариваю вас к 30 суткам. Понятно.